Хедера Хасграв, заявленная как трестовый уровень интернета Trust Layer of the Internet, представляет собой общедоступную сеть, которая позволяет отдельным лицам и компаниям создавать мощные децентрализованные приложения DApps. О курсе и статистике этой криптовалюты вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете то, что криптовалюты очень сильно волатильны, поэтому будьте аккуратны и следите за котировками на бирже. Она разработана как более справедливая и эффективная система, способная устранить некоторые ограничения, с которым сталкиваются более старые блокчейн-платформы, такие как низкая производительность и нестабильность. Она собрала финансирование в ходе первичного предложения монет ICO в августе 2018 года и впервые запустила открытый доступ к своей основной сети чуть более года спустя, в сентябре 2019 года. В рамках ICO инвесторы смогли приобрести собственный служебный токен платформы по минимально возможной цене. Токен HBAR выполняет двойную функцию в публичной сети Hedera. Во-первых, HBAR поддерживает услуги Hedera, такие как смарт-контракты, хранение файлов и регулярные транзакции. Во-вторых, он используется для защиты сети, так как пользователи HBAR смогут ставить в стейк свои токены для поддержания целостности платформы. В отличие от большинства других криптовалютных платформ, Hedera Hashgraph построена не на основе стандартного блокчейна. Она представляет совершенно новый тип технологии распределенного реестра, известный как Hashgraph. Эта технология позволяет улучшить многие альтернативные на базе блокчейна в нескольких ключевых областях, включая стоимость и масштабируемость. У Hedera следная комиссия за транзакцию составляет всего 1 цента. Обычно она может быть совершена не менее чем за 5 секунд. В целом, Hedera Hashgraph утверждает, что может обрабатывать более 10 тысяч транзакций в секунду, по сравнению с 5-20 у самых популярных блокчейнов с алгоритмом Proof of Work. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. Hedera Hashgraph использует новую систему консенсуса, известную как Consensus Hashgraph, для обеспечения безопасности своей сети. При этом используется постоянно меняющий совет управления, состоящий из высокодиверсифицированных организаций, работающих в 11 различных отраслях. Они участвуют в управлении кодовой базой Hedera, голосовании по решению о платформе и пулитации начальных узлов в общедоступной сети Hedera. Hedera использует новую форму алгоритма Proof of Stake, которая позволяет пользователям HBAR ставить в стейк свои активы для защиты сети. В данный момент все узлы Hedera управляются либо самой Hedera, либо членами совета управления, но в будущем есть планы перейти на общедоступную систему. Система безопасности Hedera обеспечивает достижение асинхронной устойчивости к ошибкам Bizonite. Это означает, что она может гарантировать как время, так и порядок набора транзакции, даже если некоторые данные задерживаются или вообще потерялись. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ройстиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании. Переходите, подпишитесь.